хотим посмотреть сегодня отличие животной клетки от растительной. В прошлый раз мы знакомились с микроскопом, с тем, как им пользоваться и что такое вообще клетка. Вот. Наши клетки очень отличаются. Сейчас мы посмотрим еще растительные. И есть. И попробуем найти, посмотреть клетки тела человека и окрасить их. Говорят, потому что они прозрачные. Довольно много. Те, которые вы можете забыть. Нет, надо подвинуть. Так. Мы как-то не настроили. Конечно. Надо же подвинуть. Ну что, все зеленое. Да, и какая-то полоска. Сопля, увидим микробов. Давай, сейчас возьмем. У меня как раз сопля. Сопля. И у меня, я болею. Отлично. Могу собрать. Ты у нас будешь самый главный. Я тоже болею. Я тоже болею, и Федя болеет, и Тима. Мы все болеем. Я. И, кстати, вы ничего не знаете? А вот и палочки. Палочки очень хорошие. Нож есть. Значит, клетки растения и толстые. Вы все поняли, что они очень толстые. Клетки человека, они невидимые в носу. Где палочки? Берем палочку, берем каждый по стеклу. Так, Тимофей. И что? Так, ты тоже хочешь? А где лука? Держи. И плевем туда. Нет, плевать бесполезно. А где лука? Берем палочку. Засовываем в рот, а потом туда? Нет. В рот. Нет. У тебя вот щека есть? Можешь, ну, с другой стороны. А брать вот это? Фу, больше надо щекотно размазать. Надо, чтобы оно мокрое стало. И размазывать. А где палочка? Ты на меня побрызгала. Размазывай. Там много не надо. Держи. А вот и моя цапля. Размазывай сейчас. Мокрое стекло стало? Микробы? Хочу увидеть микробов. Возьми другой конец палочки. Смотри. У меня не получилось. Вот щеку с внутренней стороны. Не язык, а щеку. Что делать? Стоп, да. А что делать? Вот так? И щеку куда? С внутренней это стороны. А это куда? Ну, это рядышком. Это не больно. Это же зубы чистые. Очень тонкая оболочка. Тогда их надо покрасить. Их надо покрасить. Правильно. Можно я покрасить? Ну, покрасить. У нас есть раствор мицеллинового синего. Сейчас я еще раз туда. Да. Но ничего нет. Ничего нет. Давайте свои. А что это? Вот. Можно я сама свою покрашу? Можно, конечно. Красить. На мне? Да. Покажите ваши. Покажите. Вот. Ставьте их возле лампочки. Там какие-то... какие-то волосы. Держи. Зачем? Чтобы они сильно высохли. Тимофей, суши. Да, это продается в аптеке. Это обычный препарат, когда у детей такие там маленькие, такие опрелости, какие-то прыщики, им иногда мажут этим метиленовым синим. Я бы хотела купить такую штуку, и можно без проблем было бы там разницу. Вот здесь смотрите, берете, кусать. Капаете. Так много? Она потом смывается. Метиленовый синим. Да. И оставляем его так. На 5-10 минут. Теперь я, так и я сама. Держи. А куда? Это чье было, Тимофея? Да. Хорошо. Вот это сюда. Так, сюда. И как это? Нет. Я вот с этой стороны. Хорошо, я хотел просто сделать. Тоже как я сейчас лужу. А вы рисуете все, что вы хотите? Там не нужно рисовать. Покрасить. Сойдет? Я хочу. Не хочешь? И идем к вам. А ведь слюна вместе с ней. Она должна высохнуть. А какая переменка? Хорошо работает. Угу. Смотрите. Ребят, сюда, там синяя штука, какая-то синяя пустыня. Дайте посмотреть, это у кого? Я хочу посмотреть.
Посмотрите. Где моя зеркальце? Вот, у меня в руках. Крутая слюна у кого-то. Ого, да. Дай посмотрим. А какая у меня слюна? Можно посмотреть? Да, синяя. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Только белое все. У вас синяя пустыня. Чек. Вот клеточки намного меньше, чем клетки лука. Намного меньше. У нас наш микроскоп больше всего подходит, чтобы лук рассматривать. Вот, вот. Чуть-чуть повыше. А вдруг у кого-то плохая слюна? Нужно быть клеточкой. О, какие крутые. Дай я посмотрю. Посмотри. Много мелких клеточек. Ничего не двигается. Видно? Просто пустыня. А вот теперь мою. Там крапинки. Вот эти крапинки, это и есть клетки. Вот. Давай твою. На, смотри. Ну ты набрала. У тебя что, насморк, что ли? Да. Сколько там всего? У меня насморк. О, да у тебя тут вот клетка. Вот реально видна клетка. Дай мне посмотреть. Смотри. Посмотри, Лиза. У меня вообще пустыня, Сахара с камнями. Здесь у меня камни. Сейчас посмотрю. Видишь? Да. Причем это изо рта. Я. Эта штука. Изо рта. Будто бы объезда с машины. Да? След машины. В каждой живой клетке должно быть ядро. Да. Клетка может быть кругленькая, может быть она вот такой. Вот. В каждой клетке есть ядро. Но оно не везде видно. А мы знаем. Оно, знаете, молодцы. А почему мы не видели в клетке лука? Что? В клетке лука потому что когда клетка перезревает, у нее срок жизни, как у человека. Вот когда она уже становится большой, толстой, уже готовится, так сказать, умирать, ядро разрушается. Клетка больше не делится, и ядра больше не видно. Вот. Клетки растений очень толстые, но очень толстые стенки. Почему? Там находится вещество целлюлоза. Где мы встречаем целлюлозу вокруг? Ну-ка, поищите, где вокруг целлюлоза? Целлюлоза везде. Это не клетка. Мы сегодня научились красить препараты. Смотрели клетку человека. Мазок с языка и изо рта. Учились красить, как в лаборатории.